Всем привет! Получил сегодня очень интересную посылочку. Сегодня у нас будет необычная посылочка. Здесь у нас будет немножко другой товар, который я обычно показываю. Это у нас светильник, так сказать. В общем, давайте распакуем, посмотрим, что я имею в виду. Итак, друзья, вот так вот, собственно, выглядит эта упаковка, которую я хотел показать вам. Это у нас LED-сенсорные лампочки. Конкретно давайте покажу, что внутри, как они выглядят. Так, здесь сразу блок питания имеется. Блок питания на 2 ампера, 12 вольт. Да, 12 вольт, 2 ампера. В принципе, с таким стандартным штекером 5,5. А внутри каждая лампа отдельно упакована. Раз, два, три, четыре, пять, 6, 7, 8, 9, 10. Я брал 10 штук. Там, в принципе, при покупке на выбор имеется количество лампочек. Так, и это. Все, здесь больше ничего нет. Это такая липучка. В общем, это двухсторонний скотч. Да, это как двухсторонний скотч. То есть можно прилепить на стену, если вам где-то, смотря какая стена. Здесь есть инструкция, где указано крепление, размер, как устанавливать. То есть все это подробно, в принципе, имеется. Давайте, в общем, посмотрим, как эти лампочки выглядят, что себя представляют. Итак, я сразу промотал, чтобы мне показывать, как я распаковываю каждую эту лампочку. Собственно, что себя представляет эта лампочка. В каждой из этих лампочек, видим, есть штекер для блока питания. То есть каждую эту лампочку можно подключать блоком питания. Давайте сразу и подключим. Вот, собственно, вот так, таким образом это все выглядит. И давайте сразу, к примеру, включим в розетку его, посмотрим. Перед тем, как подключить розетку, давайте еще покажу, как это все делается. Например, его можно прицепить друг с другом. То есть, когда вы соединяете два вот этих две части лампы, оно как будто бы магнитом само притягивает. Здесь есть пазы, в которые нужно ставить. В одни встает, в другие не встает. То есть здесь есть все, в принципе, не перепутаете, я думаю. Давайте сразу несколько штук их поставим. Вот таким образом, в принципе, я соединил. Надеюсь, вам хорошо видно. А теперь попробуем розетку включить. Очень красивая лампочка, реально, в темноте. На подарок кому-то, да и самому, в принципе, дома поставить отличная штука. Даже все очень легко настроить, то есть вы спокойно себе достаете, сразу распаковываете, подсоединяете каждый из них. То есть так он не работает, получается, подсоединили. И так как он уже в розетку через эти все идет, включен, уже работает. Чем лучше контакт, тем легче срабатывает вот этот сенсор. Видим, очень легко все работает. Красиво. Как я уже сказал, продают их в разных количествах, то есть можно от двух там и дальше, в принципе, брать больше штук. Цена, соответственно, разная будет. Ссылочку, где я покупал, конечно, оставлю под видео. Сами сможете посмотреть актуальную цену, сколько стоят такие лампочки. Свет довольно яркий, я скажу, в принципе. Света здесь, чтобы полностью осветить комнату вместо обычных люстр, конечно, недостаточно. Но это как ночник, в принципе, отличная штука. То есть она очень красиво смотрится. Их бывает также в разных цветах. То есть можно купить его
как и в белом, как у меня, например, так и можно в цветных, там желтый, там зеленый, синий цвет, например, на выбор. В комплекте можно покупать, то есть, как и желтый обычный цвет, так и цветной. Очень легко использовать, то есть при покупке не нужно ломать голову, что как настроить, в принципе, как подключить. Как вы видели, просто воткнули блок питания в любую из этих лампочек. Здесь даже, кстати, тоже крепление. Можно на 2 дюбеля, к примеру, вешать на стенку там каждую из них. Но, наверное, сверлить в бетонную стену это было бы неудобно. Скорее всего, это более для, например, гипсокартонной стены. Так будет проще. Вкрутили себе, например, саморезик, подцепили, и оно довольно легко будет висеть. Также в комплекте, как вы видели, еще такие штуки есть. То есть можно клеить на двухсторонние скотч. Подключается тоже легко. Одним движением просто воткнули и все. Надеюсь, это видео было кому-то полезно. Надеюсь, этот товар тоже кому-то полезен. Хотите покупать, покупайте. Мне лично очень понравился. А вам смотрите сами, как на подарок или для себя. Можете тоже покупать. На этом тогда будем прощаться. До скорых встреч. Подписывайтесь, ставьте палец вверх. Пока.